Так, ну а теперь давайте самую большую эту катапульту сделаем. Как это называется? Что-то с требухой связано. Не важно нам. Нам важно сейчас создать такое. И поставить на крышу в крепости. Ух ты. Давайте сразу сделаем соответственные размеры всего. Допустим, вот такой разметочка. И оставим, что в следующий раз он нам маленький делал кубики. Так, ну давайте его делать. Значит, что мы делаем? Идем сюда. Отделяем его. Вот так. Теперь поднимаем наверх. Давайте я вам поставлю эту подсказку, чтобы, может, я вас надоел, я вам уже постоянно говорить, куда чего двигать. Вот. Слева поставим, чтобы не мешал никому. Вот тут смотреть будете, если что. Так, итак. GPZ. Мне ее. Вот это вот. Так, плющим. Где у нее получился? Вот так. Ну, и теперь делаем площадку. То есть я буду ориентироваться вот на это изображение. Вот так грубо сначала. S вот так сделаем, да, потом S по Y растянем. Так. Еще, наверное, маленько. И опускаем вниз. Да не тебя, я тебя вообще отключу. Это для ориентировки у нас. Так. Смотрим сбоку. Зад. Немножко уменьшаем. Вот так. Так. И, пожалуй, наверное, нам придется еще раздвинуть. Да, это сузить наоборот. Z. Нет. SX. Вот так. Так, ну, сузим, потому что здесь будут идти вот с этой стороны еще бревнышки, поэтому как бы надо сузить. Хорошо. Вот мы так сделали пока что. Сделаем пока грубенько все так это. Далее идем в Edit Mode, выбираем вот эти две. А. Эту и вот эту. Далее говорим, что и. Придется убрать сначала все ресеты. И теперь и. Вот так. И говорим Edge. Оп. То есть вот такую основу мы сделали. Так, теперь вот отсюда сделаем следующее. Shift. Shift, Shift. А, нет, Ctrl R. Заранее надо было Ctrl-R. И только как. Ну, мы сейчас выделим это и это. Нажимаем Shift. Говорим Alt. И говорим Ctrl-B.
Вот так расширяю. Отлично. То, что нужно. Из этих двух выбираем вот этот по нормалям и двигаем сюда их. Эх, немножко широковато сделал. Ну вот, сейчас вернемся. Ctrl-B. Я думаю, достаточно вот так будет. Вполне. Тем, кто будет следовать моим подсказочкам, будет трудновато немножко, потому что, вы видите, я то туда ухожу, то сюда ухожу. Нам надо выделить вот это. Ну, потому что я работаю не по какому-то плану, и у меня не проект обучения. Я делаю это как бы для себя. А вы уж мучитесь, если хотите. Нет, сами делайте. Так, это сделали. Теперь смотрим дальше. У него вот здесь такой треугольник будет. Угу. Ну, давайте его и сделаем. Че нам? Значит, я решил не делать плотницкое искусство, не заниматься. Ну, как бы хочется уже закончить это все. Так, поэтому я пойду простым путем. Я возьму вот этот, скажу так, скажу вот так и вот так. Все. Далее. Превратим это. Вот это убрать, цепляется сюда так сильно. Вот это превращаем в mesh. Конвертирует то mesh. Вот так. И этот mesh, почему мы решили так делать, я не знаю. Не тут должен быть развернут совершенно. То есть RZ90. Да. Может быть, чуть побольше. Сюда давайте его. Угу. Странно. Ну да ладно. Мы говорим, что если это так, то мы заполняем это с помощью, идем в edit mode, выделяем. Ну, в чем дело? Это mesh, все правильно. Идем в Edit Mode. И говорим F. Так. Этот F мы с вами говорим Е и делаем вот такое моментик. Окей. Так, отлично. Далее ставим на место. Где у нас место? То бишь у нас место здесь сейчас. GX. GX. Так вот он встал. Еще немножко.
Так. Но нам нужно по x еще сделать s x немножко его сжать, чтобы он как бы чуть-чуть отличался и ложился прямо на эту станину. Окей, теперь ставим. Видим маленький перепад, то, что нам нужно. Дальше говорим и выделяем. Подождите, вот выделили. Это тоже выделили. То есть здесь мне надо эти две выделить вот так. И сделать теперь и. Да, это что там появилось? Вдруг откуда не возьмись. Смотрим. А, ну понятно. Тут аж три целых точки. М в центр. Если такое вдруг получится у вас, да, то вот так исправить можно. Так, еще раз. И говорим теперь и. И там продолжайте это делать теперь здесь. Поэтому я обожаю эти. Вот тут еще два, да? Прям я обожаю эти курвы, это страшное дело. Я не умею их закрывать. Вот в чем проблема. Не знаю эту клавиатуру, которая закрывает концы. И поэтому мне все время там получается такая ерунда. Надо где-то найти, в конце концов, и перестать мучиться. Так, тогда я продолжусь с курвой. Итак, М в центр. Все. Поэтому так долго и длится. Я думаю, из квадрата, наверное, мы быстрее получили. Ну да ладно. Ну что теперь? Вот теперь нормально. Так, отлично. Выделили оба. И сказали, что у нас будет пробитие. Вот оно, это пробитие. А здесь мы сейчас с вами возьмем вот этот. Перейдем в Edit Mode, выделим вот этот и этот. И просто потянем наверх E. Вот так, да? Прекрасно. Смотрим, быстро у нас все получается, все равно. Так. Может быть даже чуть ниже. Ну, хотя пускай будет, наверное. Хорошо. Да, вот так отлично. Этот мы сейчас с вами вот этот чуть-чуть опустим. Мне кажется, он это завес вот здесь дырка. Опускаем по оси Z. Так, опустили. И можем сказать, допустим, уберем сервис это, скажем, объект 3D курсор, а дальше скажем mirror. И он тут встал, скажем, мы согласны с этим. Прекрасно. Теперь нам нужно еще два вот здесь сделать. Два скоса. Здесь и здесь. Скос, скос, скос. Мы сделаем его из кубика. Или же
сплейна. Сплейн развернем. Rx 90 градусов. Уменьшим. Потянем. Сюда. Далее перейдем в Edit Mode и так поставим. Вроде правильно. Угу. Ну, а теперь тоже просто все. Е. Увеличим вот так. И потом эту фигурку поставим на место. Уже по Y. Получилось? Получилось. Теперь сбрасываем все трансформации. Говорим ему, что объект set это вот здесь, в центре, будет. И говорим mirror. Все, он встал, мы говорим, мы довольны. Play. Так, довольно-таки быстро мы это сообразили. Что куда? Теперь надо стрелу эту сделать. Так, как она выглядит? Как брус, сведенный так, и два дополнительных с петлей, да? Отлично. Сначала возьмем брус. Это, конечно же, кто? Это же, конечно, кубик. Кубик выводим наверх уже по зету. И начинаем его уменьшать до нужного размера. Вот так, к примеру, да? А может быть побольше. Так вот. И теперь по Y, S по Y начинаем увеличивать. Допустим, вот так. И смотрим. Слишком большой брус. Вот так, наверное, будет правильнее. Здесь вот этот выделяем и начинаем сужать его S. Таким образом получаем именно то, что нужно. Вот оно. Но оно длиной должно быть не больше, чем до пола доставать, да? Сейчас. Так, и давайте мы теперь S по Y. Так, я сведем. Так. Угу. Теперь сюда ее передвигаем уже по Y. Вот сюда передвигаем. Так, хорошо. А здесь еще два бруса. Оп. Поднимаем наверх и смотрим, как она выглядит. В бок. Давайте сначала в бок поместим. G, P, X, вот сюда.
Так, еще чуть уменьшим. И еще уменьшим S по X. Так, я думаю, будет хорошо. Теперь растянем S по Y. Вот так. Смотрим, чтобы она не была больше, чем сама эта. Хотя можно допустить, конечно. Почему и нет? Пускай будет. Дальше двигаем G по Y. Сюда подвинули. Так. Смотрим сбоку. Немножко наверх. Угу. И прижмем ее. Вот сюда. Вот так. Так, сбрасываем все формы. Говорим, X это режем. Курсор и говорим mirror. Вот так. Отлично. Соглашаемся. Дальше поднимаем все три наших наверх. Вот так. Сейчас подумаю, как ее лучше сделать, чтобы ее лучше, наверное, наклонить, да, ребят? Как вы считаете? Давайте ее наклоним. Скажем, вместе ее держим. Ctrl-J. И теперь скажем, что в центре. Вернее, в геометрии. Да, вот геометрия самый топ. И давайте теперь ее R по оси X наклонять. Вот он должна быть вот так. Вот отсюда она связана. Отсюда вылетает мешок. Поэтому надо здесь положить доску. Я уже просто разобрался с конструкцией. Я знаю, что здесь не должно быть пустоты. Здесь она есть. Да, здесь. А нет, вот желоб. Видите, вот он желоб. И нам такой же надо сделать. Не-не-не. Там ребята тоже думали, прежде чем делали. Хорошо. Так, желоб. А он до конца? Нет, он не до конца. Тогда мы сделаем следующее. Мы выберем это, скажем, нет, мод. Вот это, вот это. И скажем, соединить. А, F, F, да? Получится? Нет. А, видишь, получился хорошо. Все, теперь здесь короб надо сделать. Короб выглядит как бы... Так, из чего тебе лучше сделать короб? Думаю. Да из кубика, господи. Кубик возьмем сейчас. Кубик. Кубик. Вот он, кубик. Ага. П. Делили. Вот. Чуть меньше. Зато так давайте поменьше сделаем. Допустим, вот так. И S по зато. Так. Теперь возьмем вот это ребро. Можно ребро, можно не ребро, какая разница. Давайте их раздвинем. S по X. Вот так. Отлично. Ну а тут уже сам Бог велел.
Мы выберем сейчас вот эту часть. И вот эту часть. И скажем и. Интересно, если я B буду придерживать, B и И, B. Нет, он должен, в общем-то. Ну ладно. Придется это убрать просто-напросто. Вот это убрать. Face. То есть эти вот фейсы мы уберем, а эти приведем в нужное нам. Уже после этого. Почему мы прорезали это дело? Можете мне объяснить? Ну-ка сначала давайте я тут немножко попутал кое-что. Вот это и это мы должны разрезать сначала. Вот так. Дырочку сделать. Так, а теперь вот эту часть убрать. Вот эту часть убрать. Вот эту часть убрать. И если тогда мы вот этих два, вернее, два ребра опустим, вот это ребро, мы опускаем вниз. Вот так, допустим, сделаем вот так. То тогда здесь можно сделать F. И здесь можно сделать F. Иногда заклинивает и не знаешь, какой способ лучше. Их столько в голове. Вот. Мне показалось, что вот этот хороший. Но на самом деле, может быть, какой-то попроще есть. А я заклинился. Да? Бывает. Так, сейчас я кое-что здесь еще поправлю. И вниз. Ну, правильно. Один все-таки не взялся, да? То же самое здесь. Б и G. Управляем как нам нужно. Отлично. И теперь этот желоб, если он нам нравится, это посмотрю, да нормально. Желоб, мы его раздвигаем по оси Z, по оси Y.
Вот так раз. И вот здесь устанавливаю. Где? То есть вот тут он встает. Так, по-моему, да? Да, до конца он там стоит, все правильно. Вот таким образом. Что у нас по времени? Ой, 30 минут уже потратили. Все, стоп.